Всем привет! С вами Максим Кравчук, и вы на канале экспертного агентства недвижимости Whiteville. Сегодня хотим рассказать про одни из самых дорогих объектов недвижимости в Дубае, которые либо на этапе строительства, либо уже сданы. Обычно их покупают коллекционеры, точно зная, что такой лот остается уникальным навсегда и будет расти в цене. Смотрите ролик до конца, чтобы увидеть топ самых дорогих квартир в Дубае и понять, почему за ними охотятся инвесторы и почему они коллекционные. Чтобы проект был уникальным, в нем должны соединяться несколько факторов. И только тогда его начинают ценить коллекционеры. А инвесторы охотятся за такими лотами. И чаще всего эти факторы собраны воедино в пентхаусах. Почему они так ценны на рынке? Пентхаус – это всегда уникальный проект, которого больше нет на рынке. Он один в здании, и когда вы его покупаете, у вас нет конкурентов. Это самый классный лот, который может быть в проекте. Выбирать нужно пентхаусы, которые имеют потенциал, могут стать коллекционными. Какие пентхаусы ценятся больше всего? Лоты в громких проектах. Один из таких – пентхаус в Атлантис The Royal Resort and Residence. Трехэтажный пентхаус с 5 спальнями занимает более 2322 квадратных метров. Там есть огромная открытая терраса с пейзажным инфинити-бассейном, личный лаунж и доступ ко всем удобствам отеля. С террасы открывается вид на главные местные достопримечательности – пальму, Персидский залив и Аравийское море. Находится это роскошь на рукотворном острове Пальм-Джумейра. На внешнем полумесяце и не просто в комьюнити, а в топовом отельном комплексе премиум-класса Atlantis The Royal. В курорте Atlantis The Royal находятся 17 ресторанов, пляжные клубы Nobu и White Beach, эффектный фонтан «Небесный огонь», первое шоу воды и огня в регионе, протяженный частный пляж и стильные бассейны. Открытие отеля состоялось 13 февраля 2023 года, куда были приглашены VIP-гости со всего мира. И выступала там на нем сама Бейонсе, рекордсменка по числу премий Грэмми. По некоторым данным, она получила за этот концерт 22 миллиона евро. Но сам пентхаус продали гораздо раньше торжественного открытия. Сделка состоялась в конце 2021 года. Цена пентхауса 49 миллионов долларов. В Атланте все еще есть интересные лоты. Поэтому, друзья, если вас заинтересовал этот проект и вы хотите приобрести недвижимость в Дубае для жизни или для инвестиций, переходите по ссылке в описании и скачивайте наш каталог. Пишите нам, эксперты Whiteville проконсультируют вас по всем вопросам. Если недвижимость, то мы не забываем себе напоминать, что это только с Whiteville. Еще одна жемчужина. Пентхаус с видом на Бурдж-Халифа, башни Валанте. В Валанте Тауэр в Бизнес-Бэй расположился уникальный пентхаус на 2000 квадратных метров, который занимает 4 последних уровня здания. В нем 4 спальни и 7 санузлов. Трехуровневая терраса с бассейном, гостиная со вторым светом и потолками 9 метров, кинотеатр на 9 мест, блок для персонала, собственный лифт. Для жителей этого пентхауса доступны все сервисы: спа, тренажерный зал, рестораны. Здание очень удобно расположено, и до Бурдж-Халифа можно добраться за 5 минут, за 8 минут до пляжа и за 15 минут до аэропорта. Отличительная особенность пентхауса в его уединенности и комфорте для жизни. 34 этаж, где достигается абсолютная приватность. Жители могут проводить вечеринки и абсолютно не мешать соседям. А с террасы открывается невероятно красивый вид на Дубай на 360 градусов. Там взгляду открываются невероятные восходы и закаты, а также всегда можно насладиться видами на Бурдж-Халифа и на другие достопримечательности. Цена 50 миллионов долларов. Если вас заинтересовал этот проект, тогда обязательно переходите по ссылке на наш ролик, где мы сделали подробный обзор проекта и рассказали о его особенностях. Следующий проект нашей подборки – это пентхаус в Кома Резиденс на Пальме Джумейра. Этот проект выделяется тем, что он находится в уникальной локации, и он в своем роде единственный здесь. Это самый высокий пентхаус на искусственном острове Пальма Джумейра. Этот проект сейчас на стадии строительства, но по нашей информации, этот пентхаус уже продан. Пальма Джумейра – уникальный насыпной остров, который почти полностью застроен. Тем привлекательнее там лоты, которые привлекают инвесторов со всего мира. В составе острова только природные материалы – натуральный песок, добытый со дна моря, и камни.
Нахиль, девелопер, который занимался застройкой острова, подключил к проекту множество разных специалистов, от экологов до строителей, что позволило получить результат, который до начала реализации планов казался фантастическим. Сегодня остров Пальма-Джумейра является воплощением роскоши и остается главным курортом Эмиратов. И та самая резиденция Кома расположена в самом центре Пальм-Джумейра. После Атлантиса это еще один амбициозный и коллекционный проект. Благодаря уникальному дизайну и ультра-роскошным удобствам, Кома Резиденс станет одной из самых красивых жилых башен в мире, а пентхаус в нем самым лакомым и инвест-привлекательным лотом. Здесь есть бассейн в виде лагуны с видом на море, 25-метровый плавательный бассейн, крыша с обзором на 360 градусов на Пальму, спортзал, падл-корт, консьерж-сервис, спа, зоны отдыха и детские зоны. И это все в самом здании. Общая площадь двухуровневого пентхауса 1829 квадратных метров, на которых разместились 6 спален с видом на море. Внутри есть все и даже больше для комфортной жизни. Шезлонги на открытом воздухе, на террасе по периметру, частный лифт, соединяющий нижний этаж с верхним, вестибюль с отдельным входом, библиотека, зал для развлечений и отдыха, большая кухня и столовая, офис, винное хранилище и бар, просторная гостиная, бассейн. Архитектура Кома Резиденсис вдохновлена нежными морскими волнами, а башня имеет форму органической морской ракушки, поднимающейся к небу. Эта башня, вдохновленная водой, имеет 71 этаж, каждый из которых напоминает уникальную океанскую волну. Этот комплекс является неизгладимым дополнением к Пальме Джумейра, расширяя его границы и предлагая максимальную привлекательность на берегу моря. От элитного шопинга до гламурных мероприятий в роскошных пляжных клубах все лучшее, что есть на острове Пальма Джумейра, будет под рукой. Эта недвижимость представляет редкую возможность владеть кусочком рая на одном из самых знаковых пляжей в мире. Благодаря своему превосходному расположению, потрясающим видам и непревзойденным удобствам. Цена 136 миллионов долларов. Следующая категория пентхаусов – это лоты, которые имеют самый крутой вид. Яркий представитель – пентхаус Бурдж Бин Гати Jacob & Co, проект, который будет расположен в Business Bay. Если Бурдж Халифа в целом самое высокое здание в мире, то Бурдж Бин Гати Jacob & Co – это будет самое высокое жилое здание в мире, отобрав все лавры у нынешнего рекордсмена – 472-метровой башни Central Park в Tower в Нью-Йорке. Напишите в комментариях, хотели бы вы жить на самом последнем этаже самого высокого жилого здания? Или все же страх высоты не смогут побороть ни прекрасные виды, ни брендовый дизайн? Бурдж Бин Гати Jacob & Co Residence – комплекс премиум-класса со всеми вытекающими удобствами и ярлыками, в хорошем смысле слова. И он точно привлечет внимание всех, кто хочет погрузиться в роскошный образ жизни в Business Bay. Несомненным плюсом станет близость ключевых достопримечательностей города, вид на 360 градусов и на Бурдж-Халифа. Яркой особенностью станут огромные элементы декора в виде кристаллов на крыше. Так застройщик отдает дань уважения инкрустированным бриллиантам часам фирмы Jacob & Co. Специалисты бренда также активно задействованы в дизайне лотов проекта. Под их руководством будут созданы интерьеры трех пентхаусов на верхних этажах. Каждый из них получит свое уникальное название в честь определенной модели хронометров бренда и, конечно, свой дизайн. Поговорим про самый большой из них. Биллионер – самый большой роскошный лот проекта. Двухуровневый пентхаус с тремя спальнями, отдельными комнатами для горничной и дворецкого, шофера. Также есть кабинет, игровой зал, офис, переговорка для деловых встреч, тренажерный зал, TV-лаунж, собственный кинозал, сауна, парная, массажная комната, зал для игры в снукер, несколько лифтов. В планах застройщика в отделке использовать крокодиловую кожу, паркетную доску из черного эвкалипта, натуральный мрамор сорта калаката, шлифованную латунь, специальные тонированные зеркала и цветные высокоглянцевые МДФ-панели. Жителям Бурдж Бин Гати Jacob & Co будут доступны панорамный бассейн с видом на центр города, спа-салоны, тренажерные залы, детские сады, а также команда личных поваров, водителей и охранников. Проект – коллаборация со знаменитым ювелирным и часовым брендом Jacob & Co. И это еще один важный пункт, который отличает коллекционные лоты. Цена пентхауса – 204 миллиона долларов. И еще одна категория самых дорогих пентхаусов – лоты, у которых есть фишка, особенность, отличающая их от всего, что есть на рынке. Проект, который также создан в коллаборации с одним из самых крутых брендов –
пентхаус в Bugatti Residence. В нашем топе это самый крутой пентхаус, который находится в центре Дубая. И это очередной рекорд по стоимости на рынке недвижимости. Находится пентхаус на 46 этаже. И мы уверены, что этот пентхаус быстро найдет своего хозяина. Стоило появиться на рынке проекту с начинкой от именитого автомобильного бренда, его сразу начали расхватывать поклонники Bugatti. Ставьте лайк, если также являетесь поклонниками этого бренда. В первый же день улетели 4 квартиры с 4 спальнями и пентхаус площадью 971 квадратный метр. Это ты знаешь про эту инфу, да? Про 4 квартиры. Но это же не мы продавали. Нет, не было такого, да? Согласен же? И прямо сейчас идем переговоры. Алло, алло! Вы будете покупать? Прямо сейчас мы ведем переговоры. Наши менеджеры дерутся, и в понедельник в 11 утра они вернутся победителями с боем. Этот проект уникален каждой деталью. От названия и расположения до мебели и дизайна. Первое – это коллаборация с брендом Bugatti. Тем самым, который выпускает одни из самых дорогих автомобилей в мире. Второе – это архитектурная концепция, где контуры экстерьера проекта будут напоминать пляжи French Riviera и дюны Дубая. Третье – пентхаус будет продаваться с мебелью Bugatti, которая выполнена по индивидуальному заказу с фирменными элементами дизайна бренда. Четвертое – захватывающий вид, с одной стороны на канал, с другой на Бурдж-Халифа. Пятое – для жителей самого высокого пентхауса предусмотрено 20 парковочных мест. Жители смогут пользоваться двумя автомобильными лифтами, которые поднимаются из гаража прямо в пентхаус. Шестое. Площадь трехуровневого пентхауса составляет 4170 квадратных метров, включая бассейн и террасы. Дубай привлекает богатых людей, которые покупают роскошную недвижимость стоимостью от 10 миллионов долларов и выше. В этом году было продано уже 142 таких объекта. Стоимость первоклассной недвижимости выросла на 54,6% за последний год. И это самый высокий рост среди всех рынков. Мы будем держать вас в курсе событий и публиковать видео с новыми проектами. Если вы хотите подобрать подобный уникальный лот, мы будем рады помочь вам. Обязательно пишите нам, и мы с радостью проконсультируем вас, покажем видео и фото планировок. На сегодня все. Не забудьте поставить лайк, нажать колокольчик и подписаться на наш канал. С вами был Максим Кравчук, ваш проводник в мир элитной недвижимости. Хорошего дня и до новых встреч в новых видео.